бегают нигеры и говорят, что это истинные россияне. Ну это бред. Отпусти его, сейчас пиздец будет! Хорош! Вы праздновали? Нормально было? Конечно. Тут город гудел неделю. Гудели? Расскажи подробнее. Саша, снимаешь-то, блядь? Привет. Азбук вкуса. Все, быстро домогать, пойдем. Просто водила, смотри, водила спит. Просто водила устал, блядь. Вчера две нормы отфрезеровал, я устал. Здравствуйте. А, надо билет доставать. Мы прибыли в чудесный город Ростов-на-Дону. Время 10 утра, хочется немного спать, но времени на это нет, потому как меньше чем через 8 примерно часов начнется уже матч, надо подготовиться еще. Дамки. Я вас обожаю, ребята. Нравится? Тащусь. Сука! На самом деле ничего не смешно. Вот это классно я вышел, блядь. Вот то, что нужно, да? А сейчас все покупается, все продается, ну это не спорт. Русские – это русские, негры – это негры, ну пусть они там бегают за свою Африку. Тогда раньше, вот 70-е, 60-е, вот 80-е, да, мы ходили на футбол, это был красивый футбол, это был настоящий футбол. Это был, то есть, безденежный, не покупной, ничего. Это было все настоящее, а сейчас это так. Расскажи в целом про движуху вашу, как Ростов сейчас на ходу, как что идет, есть ли какой-то прирост, может быть, движухи, подъем моральный или, в принципе, все на том же уровне, на котором было? Ну, стадион полный, что не может не радовать. Для нас вообще, ну, для самих это в новинку, скажем так, что мы после 20-го тура там впереди, наверху таблицы задержались. Ну, чемпионства, я думаю, не будет. Нам не дадут. Будет, да ладно. А кубок праздновали? Нормально было? Конечно. Город гудел неделю. Гудели? Расскажи подробнее про кубок. Кабаков разнесено 0, выпито алкоголя очень много. Не, я был в Каспийске, как бы мы приехали уже, все потухало, отмечание. Все, кто нужно были, они были в Каспийске. Ага. Все те, кто хотел это увидеть вживую, они были там. Марок нам не ездит принципиально, и все. Ага. Кубань последнее время тоже, ага, как бы не жалует нас своим присутствием. В трибунах, в принципе, все, что воплощается, все, что задумывается, то, в принципе, дают воплотить в жизнь. Потому что, ну, мы ничего такого, как бы, особенного не делаем, что может противоречить регламенту, всем законам, всему остальному. А так, в принципе, все хорошо. Ну все, ладно, давай тогда, Вов. Спасибо, Вов. Здорово, мужик. Кто победит сегодня? Сильнейший. Сильнейший. Великий и могущий. Как? Естественно, красно-белый. Красно-белый. С каким счетом? Плюс два. Плюс два минимум. Ну для чего сюда приехали? Oh!
Пацаны, выходим на поляну. Будь спокойна, страна. Помогучих и быстрых крылах, у которых российский размах. Рок-остра, правильно сделали, мы несем.